Тираспольско-Дубосарская епархия сегодня получила более сотни предметов, датированных в основном 19-м, началом 20 века. Это редкие книги, иконы, другие элементы церковной утвари. При попытке незаконно вывести их из Приднестровья, они были изъяты сотрудниками таможни и теперь возвращены церкви. Все изъятые предметы представляют собой как религиозную, так и культурную ценность. Изымались они в различный период при выявлении нарушений таможенного законодательства, либо при выявлении фактов контрабанды. Данные вещи потом епархии передаются в церкви, и они служат уже непосредственно для проведения обрядов, либо служения.